И залетает к нам наш Сэндичка. Красивенький такой весь. Пинчик. И всем привет, на канале Веселый Дракон. И сегодня мы с вами поговорим о новом скинчике на Сэнди. А именно кошмарная Сэнди. Ой-ой, извините, что вас прерываю, но это очень важная информация. В моем телеграм-канале проходит розыгрыш на двух кошмарных Сэнди. Поэтому обязательно ты можешь получить его. И это шанс разбогатеть в игре Бравл Старс. Поэтому ссылочка в описании, ты знаешь, что делать. Он выглядит максимально прикольно. Со своим нимфом, хмостом и такой прям криповый взгляд. Мне он куда-то чудовищ не напоминает. А что он напоминает вам, напишите в комментариях. Ну и этот скинчик сейчас полетит у нас в каточку. Вот такая крутая атака. Прям цепями. Зацепляет всех своих врагов. Нельзя кошмарного Сэнди убивать. Понимаете все? Это незаконно. Так, гаджет. Домой чуть-чуть. Давай, Эль Примас. Просто. И давай сейчас протестим еще ульту. Давай сейчас гиперзаряд хочу получить. И ульту сейчас протестим. И погнали. Вот такая крутая ульта у него. Я считаю, просто, ну, хорошо проработано. Ну что, вот такая у нас анимация. Посмотрите наши победочки с вами. Ну, давайте сейчас посмотрим анимацию поражения, да? Проигрывать не очень хочется, но как все нужно. Да. И давайте с вами посмотрим анимацию поражения. Он, типа, затягивает его в тот мир, откуда он пришел. Прям хочет выбраться, но нет, его не отпускает. Прям... Вкусняшка. И давайте еще на пины посмотрим его. Так, вот они. Он похож не анимированный. Спрей. Нет спрея у него. Ладно, давайте сейчас посмотрим пинчик в этом. В тренировочке, да. На его крутой пинчик. Кстати, Brawl Stars. Что такая есть фишка, что если включаешь гиперзаряд, и здесь сразу видите, правильно, ульта хорошая, ну, обычная. А это сейчас я в нуль справлюсь снимаю. А если в обычном Brawl Stars, там будет обычная ульта. Просто, да, нечестно. Так, мы за пинчиком пришли. Не анимированный пинчик, ну, ребята. Ну, суперы, ну, так не годится. Ну, видите, сами так не годится. У него по урону, кстати, все окей. У Сэнди, видите, 1800. По урону у него тоже все хорошо. Ну, играет сюда реально Бравли хорошо. Ну, я этому просто рад. Вот такой у нас был сегодня обзорчик на Сэндика. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Веселый Дракон. Всем удачи, всем пока!